Всем большой привет! Сегодня хочу показать вам свои афродиты. Они интересны тем, что были получены с голой корневой. Вот да, фаленопсис с голой корневой. Многие боятся котлеи с дендробиумами так получать. А я решилась на фаленопсис с такой доставкой. Ну что я вам скажу, растут они просто шикарно, они меня радуют. И начнем с малышки. Это Апаяо. Афродита. Она пришла с корневой маленькой, но результаты у нее хорошие. Она очень хорошо держит тургор. Никуда он не девается, листочки хорошие, плотные. Пьет она тоже активно. Нового листика я пока, к сожалению, не вижу, но очень жду. А новый корешочек поверху есть, вот он растет. Так, если вам видно, вот там вот возле моего пальца такая светлая полосочка, да. Это тоже корешочек, он новый, и вот его даже, если камера захочет зафокуситься, фокуситься она не хочет. А так бликует стаканчик, не стаканчик, а горшочек, его не видно. В общем, чувствуют себя хорошо. Я думала, что результаты будут похуже на самом деле в этой ситуации, но он молодец. Так, а теперь возьмем большую барышню. Кто смотрел видео распаковки, я оставлю внизу ссылочку. Пугались вот этого листа очень сильно, прям резать его надо срочно, но... Я в нем ничего страшного не увидела. Так бывает, когда орхидея растет на улице. В общем, наблюдала. Но действительно ничего страшного. Вот такая прелесть, вот такой лист растит. Ничего не скинула. Но больше всего мне нравится вот это. Посмотрите. Шикарные корни, шикарные растущие кончики. Вот вы можете увидеть тоже. Хорошая корневая уходит туда в горшочек, везде вылазит. И вот она. Вот она растет. Вот она. Кстати, вот интересно, закукливаются или только раскукливаются? Потому что вот молодой с красным. Так, камера, снимай, пожалуйста. С красным носиком растет. Вот молодой растет. Вот. Вернемся сюда назад. Вот это вот мне интересно, это раскуклились или закукливаются? В общем-то, корней много, видите, много вот они, растущие кончики. Все они по всему горшку. И тоже это чудо было получено с голой корневой. Это Афродита апари. Вот такие прелести. А не спрашивайте, какая в них разница. Разница в цветении я не знаю. Фото цветения тоже не было. Но они растут в разной местности, у них интересные имена, и мне захотелось, в общем-то, купить, посмотреть и попробовать, тем более, что я безумно люблю белые цветы. Вот такие у нас успехи, вот такие у нас корешищи. Так что я думаю, что вот эта вот красотка должна уже очень скоро действительно окрепнуть и дать посмотреть себе в глазки. А пока наблюдаем. Всем большое спасибо за просмотр. Переходите. И вылетело слово в описании под видео. В голове так и крутится инфобокс. Там будут разные ссылочки. Также в конце видео будет обязательно ссылочка на канал, на другие видео, на плейлисты. Так что смотрите видео до конца, вам там предложат что-нибудь интересное. И на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь с друзьями. Всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.